Вот вам посильная пятимья. Читайте одну главу Евангелия каждый день. Назначите то, что было на Елизавете Петровне. За какой грех? Удержание в неволе невинных. Вы раскаялись, Ваше Величество? Да. Есть грехи, за которые словесного покаяния мало. Что же мне делать? Епитимия не наказание, а лекарство. Нельзя исцелить, если грех продолжается и усиливается. Несмотря на то, что дети Анны Леопольдовны все еще представляли угрозу для престола, императрица Екатерина даровала им свободу. После 40 лет заточения брауншвейгское семейство отправилось в Данию. Их отец, Антон Ульрих, навсегда остался в Холмогорах. Вы новый настоятель? Да, государыня. Батюшка, благословите молиться на паперти. Рано, Ваше Величество. Поживите в узнице в их избе хотя бы 3 дня. На кровати их не поспите. Сейчас готовьте себе из груши. Господи, помоги. Господи, я тебя прошу. Будут указания насчет дальнейшей участи тайного узника? Поступайте так, как велит вам совесть. Я император Иоанн VI. Почему я отрекаюсь, пользу Екатерины Алексеевны? Подписывайте. Помяни, Господи, в вере и надежде живота вечного, представившихся рабов Твоих. Молимся, душа усопшего раба Твоего, я, отошедшего к Тебе в срок неведомый, в страданиях, в жилище свое. Даруй им причастие и наслаждение вечного Твоих благ, уготованных любящих Тебя.